Северском доме культуры прошел конкурс «Вместе за безопасность дорожного движения». Мероприятие посвятили 50-летию со дня образования отрядов юных инспекторов дорожного движения. ЮИДы – настоящие помощники сотрудников ГИБДД. Они изучают правила безопасного поведения на дорогах, рассказывают о них своим сверстникам и взрослым. В конкурсе приняли участие 6 команд из разных уголков Северского района. Ребята в возрасте от 9 до 12 лет соревновались в нескольких номинациях, проявив творческий подход, смекалку и, конечно, отличное знание правил дорожного движения. По итогам конкурса первое место заняли ученики 51-й школы поселка Черноморского, второе – 45-й школы, а третье – 43-й школы станицы Северской. Победителям вручили денежные сертификаты, футбольные мячи, кубки и грамоты. А всем участникам достались сладкие подарки.